Всем привет! Турнир «Мощное усиление». Тут начал записывать, но на телефон позвонили, и получилась лажа. Поэтому записываем со второго тапка. Так, что у нас по обороне? Ой! Оборона прокисла. Ну ладно. Пойдем тогда сражаться так. Значит, здесь надо выносить, стараться... Малыша Джона и центр. Такие у нас тут не очень адекватные товарищи, которые могут проблем доставить. Но при этом у нас спокойно взяло и зарядило противника. Блин. Ладно. Тогда попробуем сейчас тогда вот так отыграться. Минус малыш. Но. Тут кристаллик. Минус центр. Отлично. Восстановление. Бум. Ага, и Уилбер поспел. Тогда вот так. И кристалл. Супер. Все. Тут уж не упущу победу. Наша. Отлично. Дальше. К сражению переходим. Ага, тут тоже. Товарищ не пальцем деланный. Давайте посмотрим. Красных, желтых. Вот попробуем сейчас вот так поднять. Удар. Зеленых крутанем. Ну-ка. Нет, не добили Лисю, к сожалению. Тогда придется сейчас докручивать. Так. Зеленый не активируется нигде. Уилбер активировался. Отлично. Так. И вот так. Минус Лисю. А мы тогда через Колина пойдем. Отличненько, хорошо вышло. Тихо. Подхилимся. Синий паровозик с разделением урона. Отлично. Так. Хила себе подкачаем. Раз. Два. Вот так вот усиление и желтый паровозик сюда пустим. Отлично. Тут свою удачу не упустим. Раз, два, три. И будем добивать дружка. Паровозик красный. Добил. Отлично. Идем дальше. Так. Тут контратака у нас. Ага. Ну, давайте посмотрим, что получится. Так. Фиолетовый кристалл. Сразу взорвем его. Прокрутится желтый еще. Усиление. Так. Поднимем до красного кристалла здесь. И взорвем его, чтобы его переактивировать. Отлично.
Майк не успел зарядиться. И вот мы теперь по срезу попробуем пробить. Сейчас майк активируется. Так. Тихо. Хильнуться надо срочно. Не успею. Ой, нависает угроза. Так. Да, похоже, что тут этот тапок не вытащу. Ну-ка. Да, там контратака. Да. Тут, к сожалению, слив. Ну ладно. Один слив еще допустить можно. И давайте тут. Что у нас получается? Зеленый есть. Давайте фиолетовый кристалл соберем. Крутану его сразу, чтобы было усиление. Раз, два. Так. Синие. Синие еще сейчас вот так пустим. Опа, красиво. Так, усиление, удар, разделение урона и красный кристалл. Чтоб поляна крутанулась и как можно больше нанесла урона. Раз, два. Там сейчас активируется царь. А мы зеленый кристалл соберем. И тут же его взорву. Все, царь минус. И команда у противника минус. Вот. Такой вот получился первый день турнира. Проходим дальше. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся завтра. Пока-пока!